Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Осторожно, двери закрываем. Удачи, ребята. Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артем, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. Иди вперед! Я за тобой. Давай направо. Слева тупик. Что-то их спугнуло. Зараза! Вот это скорость! Думаю, тут ничего серьезного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Помоги-ка. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Ты вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам выйдет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки.
Странно. Сколько времени прошло? Что-то может гореть. Впрочем, неважно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это стражи! Guten Morgen!